Я с тобой развожусь в 23 года, потому что ты старая жаба. Ну, разлюбили мы друг друга, ну что же делать? По его инициативе был секс, я его не хотела. А сейчас вам оно нас зачем надо? Вам в молодости один раз в 3 года надо было, а сейчас совсем не надо. Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас 3 жениха. Александр, Андрей и Игорь. А невеста у нас Ирина. Здравствуйте. Какая вы хорошенькая, приходите. Ирина, 48 лет. Развелась с мужем 3 года назад, но все еще продолжает жить с ним под одной крышей. Ирина – бухгалтер в частной компании, мечтает о зимнем саде, гордится тем, что в 38 лет получила высшее образование, признается, что каждую пятницу ходит в русскую баню. Ирина не свяжет свою жизнь с неопрятным мужчиной низкого роста. Выйдет замуж за голубоглазого курносого славянина, который будет приятно пахнуть и заряжать ее положительной энергией. Прекрасно выглядите, я вам хочу сказать, для своих 48 лет. Все-таки на вас хорошо подействовал развод. Вот я замечаю, что женщины, которые без мужчин, как правило, выглядят лучше. Посмотрите, Тамарочка, посмотрите, Роза, и я замучена. Красиво, красивая женщина. А как так получилось, что после развода продолжаете жить с мужем под одной крышей? Продолжаем жить под одной крышей только потому, что ввиду того, что у нас... не очень хорошо с финансами. Ой, волнуюсь. Не волнуйтесь. Прожили 17 лет. 27. 27. Родили ребенка. Сколько ребенку? 27. Опыт, конечно, совместной жизни сказывается. Муж у меня очень красивый, а высокий. Я эстет, он эстет, мы полюбили друг друга. Силком никто не тащил в ЗАГС, все было по... Нет, все было по любви, конечно. Сыграли свадьбу, через год родился ребенок, сын. Вот, продолжали жить в браке. Ну, по советским временам довольно-таки счастливо. Вот, и мама купила ему автомобиль, копейку. На те времена автомобиль копейка. Была шикарнейшая вещь, потому что... Особенно если тебе чуть за 20? Да, если тебе чуть за 20, ему где-то было 23 года, мальчишке было моему 2. Вот. Ну, и у него, так сказать, сорвало резьбу. Он стал гулять, он стал пропадать вечерами и ночами. Вот. Естественно, я была одна. А наступило даже такое время, когда он приехал мне и сказал, что... Я с тобой развожусь в 23 года, потому что ты старая жаба. Я нашел себе молодую 18-летнюю красивую девочку. А вам как жабить? Сколько было? 23. Но многие женщины в вашей ситуации берут ребенка и уходят от жабеныша. Ну, понимаете, либо его выгоняют. Вы знаете, у нас на тот момент мы трехкомнатную разменяли, мама моя, да, разменяла на двушку и однушку. Нам досталась двушка. Вот, и... Тем более, ваша квартира, выгнали бы его, и вот, все, выбросили бы его шмотки. Ну, добрая слишком, ну... И только к доброте это не имеет никакого отношения. На тот момент он разбивает машину в дребезги, восстановление не подлежит. И, значит, все обратилось на круги своя. То есть я опять-таки осталась с ним, с ребенком. Он, естественно, лапки поджал, сюси-пуси. Вот. И мы стали продолжать жить. Ну, мне... Похожая ситуация, только все наоборот. А как появилась женщина в вашей квартире, когда вы пришли? Ну, это уже вот сейчас, эти времена. Я заболела, пришла с работы на час раньше. И застала его с женщиной в квартире. Ну, это уже его вот сейчас серьезные отношения. После развода? Да, да, после развода. Вот, застала их в квартире, сидит на моем стуле на кухне. Пьет мой кофе из моей чашечки. Вот, естественно, я была в шоке. Допить кофе ей дали? Нет, допить кофе я ей не дала. Очень хотелось мне на нее посмотреть. Муж так загородил ее, сказал, иди в комнату, там, выйдешь после того, как мы уйдем. Вот, ну, я тут немножко... Пошумела. Ну, потом они собрались и ушли. А что в нем было такого особенного? Не знаю, наверное, меня больше ребенок держал. Я сама без отца росла. Вы, Ирин,
Бросьте вы. Когда рядом с вами находится подлец, неверный, который вас не уважает, вытирает об вас ноги. Ну, у мужчин у многих есть любовницы, но они хотя бы из-за уважения, чтобы не трепать нервы своей жене, скрывают это. Ну. А ваш всячески демонстрировал по отношению к вам свою подлость? Демонстрировал. Но дело в том, что мне сначала было больно, а потом мне было все равно, потому что я его уже больше не любила, сами понимаете. Угу. Подлости они все равно делают. А сейчас почему он не с той женщиной, с которой у него все серьезно? А на что? То есть вы содержали? Нет, я имела в виду, на что купить квартиру. Угу. А у них что? Конечно. Она что, тоже где-то это, у нее свое, угла своего нет, значит, ну, к себе пригласил. Ну, видимо, нет. Если любви нет, извини меня, какие могут быть отношения? А вот у меня вопрос. Вы хотите, чтобы ваш будущий супруг, вы прямо замуж хотите, штамп поставить в паспорте? Хочу, а почему нет? Не, ну потому что возраст уже, почему нет? Ну, если предложат, то я выйду сам. Ирина, вы изменяли своему мужу, когда да. были в браке, да? Да. А муж об этом знал? Да, у нас свободные отношения. А кто первый предложил, что в браке можно и что такое позволительное? Ну, когда долго терпишь, хочется отомстить. А когда отомстила, я рассказала это ему, он оказался не против. Ну, что вам, свободные отношения? Ну, под одной крышей, позвольте. Ну, свободные. Ириночка, мы знаем, что ваш муж приехал, поэтому давайте уже его встретим и не будем ходить огородами. Здравствуйте. Это вот тот самый мужчина, здрасте, о котором ваша жена сказала, что вы были таким красавцем. А, ну, все. Когда-то был, конечно, лет 30 назад. Скажите, а что вы такой ненасытный? Вам не хватало одной жены? Или что это за мода такая, приводить женщин в дом к жене, не считать чужими чувствами? Сергей. Я думаю, это, наверное, мальчишеский максимализм, может быть, я не знаю. Ну, то есть вседозволенность, что дозволено мужчине, не дозволено женщине. Ну, хорошо, мы сейчас не будем говорить о той самой копейке, которая была там 40 лет назад. Ну, как-то живой человек, она родила вам ребенка. И было же, наверное, что-то хорошее, и много хорошего, раз столько лет прожили. Конечно, у нас в жизни очень много хорошего было. Сереж, а чего не хватает? Ну, я не знаю, может быть... И не хватало. Ну, любви, может быть, не хватало. Ну, разлюбили мы друг друга, ну что же делать? Угу. А после того, как разлюбили, получается? Сколько еще вместе жили? Когда поняли, что разлюбили? Ну, наверное, лет, может, 10 назад. Вот 15. Вот. Может, 15. Давно, давно любовь ушла, конечно, ну что же делать? То есть я правильно понимаю, вы как жена супружеский долг не выполняли, вы то же самое. Вы не ухаживали, не готовили, не стирали, не заботились о нем. А вы сами, в общем-то, искали где-то эту заботу. Это, я правильно понимаю? Правильно, Роза, правильно понимаете. То есть, Сереж, как а вы знали, что у Ирины были другие мужчины? Да, знал. И это вы предложили, да, свободное отношение, сказав, что ничего в этом нет особенного у вас? Ну да. Есть вторая жизнь? Я предложил, да. Извините за такой вопрос. А ни разу у вас вы не были близки ни в Новый год, ни в день рождения, после того, как знали о похождениях жены, а вы о похождениях мужа? Ну, почему была близость? Была. То есть все у вас было до того момента, до какого? Может быть, у вас и сегодня все хорошо? Нет, нет. Может быть, еще сегодня получится, ну, не склеить что-то. Но, ребят, ну, у всех бывает кризис в семейных отношениях и кризис возраста. По 48 лет вашей жене, вам столько же. Ну, чего как вы хотите? Вам объяснить? Ну, Сереж, ну вот объясните, что вам в новом браке, в новом союзе с новой женщиной, к которой придется привыкать, ну и так далее. Она его любит. Ну, во-первых, с новой женщиной мы уже 5 лет вместе. Мы уже привыкли друг к другу. Ну, как вы можете привыкнуть друг к другу, если вы живете по-прежнему в одной квартире? Ну, мы часто встречаемся, очень, очень часто причем. А она к себе почему вас не зовет жить? Потому что ее устраивают вот такие отношения на расстоянии. Стирать не надо, готовить не надо. Скажите, а сын, у вас сын? Замужем? Конечно. Вот и все. Все объяснили. Да. А хотите, чтобы она развелась? Или когда разведется, уже потеряете к ней интерес?
Ну, почему? Ну, потому что вас тоже устраивает. Вы живете с Ириной. Наверное, когда-никогда и приготовит, и накормит, и постирает, и уберет. Если у него другая есть, конечно, какие там уже отношения могут быть? А вы Ирину не уважаете? Ну, не знаю. Может быть, я ее и уважаю, но она меня, по-моему, не больно. Ирина, вот если произойдет чудо, и появится возможность забыть друг другу все обиды. Взрослые люди. А я не помню обид. Я просто не хочу с ним жить, потому что не я хотите не люблю. Ни одной минуты? Ничто не сможет вас уже остановить. Я не смогу его полюбить заново. Понимаете? Ир, ну вы как-то в себя придите. Какая любовь в 48 лет, пятый десяток уже? Ну... Шил на мыло менять, как моя бабка говорила, только зря время терять. Вам же хочется любви. Мне не надо любви. Да что, да? Не надо. Да есть полно. Кого любить и да зачем? Полно. Чужие трусы и носки стирать, что ли? Не настиралась я в этой жизни. Как любой ремейк, следующий будет еще хуже, ну, чем да. предыдущий. Совершенно верно, да. Сергей, а вы вот на программе сейчас для того, чтобы действительно выдать Ирину замуж, потому что да. Печетесь о ее судьбе. Для чего? Чтобы освободилась квартира, если она выйдет из-за богатого, за состоятельного. Почему? Ну, во-первых, я хочу, чтобы она вышла за человека очень положительного, умного. Но, естественно, жилплощадью, конечно, не без этого. И тогда вы останетесь в той квартире, и, может быть, вы да, женщина, может которую быть, вы любите, она перейдет. Да. Угу. Ну, это же, если честно, квартира, купленная родителями для Ирины. Это же ее квартира. Да, мы там разменивали, но тем более разменивали. Ну, мы там работали, и нам дали вот так по размену. Угу. А представляете, женится ваш сын, вы придете оба же на свадьбу? Ну, конечно. Скажите, а сын на чьей стороне, кого он поддерживает? Или ему весь этот ужас на Сережиной да стороне? Ему все равно. Ему, а почему вы думаете, что на стороне мужа бывшего? Нет, я хочу от него услышать. Ему все равно нет. Вы официально разведены? Да. Да, конечно. Может быть, и не стоит действительно сохранять. Нас просто объединяет общая жилплощадь, живем в разных комнатах. Вот и все. А когда последний раз было у вас? 4 года вами? Назад. То есть уже после развода? В разводе мы не живем с ним как муж и жена 4 года. До развода. А что значит, как муж и жена? Вы до этого как муж и жена не жили, как любовники. Да, ну я читала вашу историю, что у вас секс-то был раньше раз в 3 года. А по чьей инициативе так часто? По его инициативе был секс, я его не хотела. А сейчас вам оно на зачем надо? Вам в молодости 1 раз в 3 года надо было. А сейчас совсем не надо? Или надо? Нет, я... Не надо и не надо. Не надо, я да? уверен даже в этом, да. А что надо тогда? Сейчас я скажу. Да. Цветочки сажать. Главная эрогенная зона моя – это мозги. Мозги у меня заряжаются от сердца, от души. Если вот здесь вот полюблю человека, все идет туда. Мне интересно, 3 года не было секса. Наверное, любая жена бы уже убежала. Ну, я вам открою маленький секрет. Мужчина до гробовой доски будет тянуться к вам, как к женщине. В противном случае отношений не будет. В противном случае все повторится, как в вашем браке с Сергеем. Появится кто-то на стороне. Потому что жизнь есть жизнь, природа есть природа. Понимаете, для мужчины это подтверждение его самости, его значимости. Если женщина-мужчина не хочет никакое хорошее отношение, никакая доброта и забота не заметит. Мужчина скорее будет терпеть рядом с собой неряху, злюку, неверную, противную, ну да, которая будет в какие-то моменты его, как мужчину, ставит на высокий пьедестал. Проще уладить ее жизнь, а потом уже свою дальше. Замужем поедете, сын взрослый уже живет самостоятельно. Я готова переехать. Готова переехать? Да. Да, хорошо. Мне вообще все понятно. Роза и Тамарочка. Ну, мужчину, которому секса не особо надо, хотя бы раз в год. А тогда квартира. Ему на кой? На кой тогда, Ирина? А что, у нас в этом возрасте к 60 годам, что, у нас все прямо ого-го, что ли? А у вас они все потолок 60 лет, да? Что? А потолок 60 да. лет возрастной? Да. Тамара, расскажи. Несмотря на то, что вы говорите, что вам ничего не надо, вам надо. У вас Венера в рыбах с белой луной, вам я действительно нужна правда, чувство. Потом туда и потом понимаете? На объект любви. Но вы любви. Готовы жертвовать собой и отдавать себя. И несмотря на это, на то, что
браки часто как бы есть и нету, вам нужно быть готовы к тому, что вот так может и быть. Понимаете, дипломатические отношения, дипломатический брак, но выбирайте человека, с которым действительно вы будете сохранять равновесные отношения, несмотря на то, что чувств будет хотеться все больше и больше. Любви, тепла. Потому что вы реально хотите этого. Любви и тепла. Это вам очень это надо. Правда. А давайте начнем уже знакомиться с женихами. Проходите, первый вас ждет. Здравствуйте. Добрый день. Меня Александр зовут. Ирина. Очень приятно. Пойдемте. Проходите. Александр, 53 года. Интернет-предприниматель. Проживает в Санкт-Петербурге. Гордится тем, что освоил несколько технических профессий. Признается, что очень медленно думает и долго собирается. Предупреждает, что много времени проводит в интернете. Супруга Александра настояла на разводе после того, как он принял решение сменить профессию. Надеется, что Ирина будет ему доверять. Всякое я разное видела. Вы себя все комфортно чувствуете? Прекрасно. Нет у вас ревности, Сергей? У меня нет никакой ревности. Вот совсем, ни капли, нет? Ни капельки нет. Как добрались до нас? Я ведь знаю, что вы проживаете тоже с бывшей. Да, такая же самая ситуация. И мало того, что сегодня я остался закрытым, пока я душ утром принимал. Ваша жена спрятала паспорт? Нет, забрала ключи. Ключи, и это хорошо, один ключ. Случайно или не хотелось, чтобы вы ехали знакомиться? Не хотела, потому что у нас был очень напряженный разговор. А что хочет, возобновить отношения с вами? Нет, нет, просто... Счастья вам не хочет? Просто считает, что я должен пока изменить полностью и финансовое положение. Но, во всяком случае, я понял одно, что... Больше она со мной не хочет жить. Послушайте, ну и какое дело, если вы уже разведены? А вообще жаль, что вы приехали без жены. Всякое может случиться. Глядишь, есть две квартиры, где живут неправильные пары. Может быть, и переглянулись бы друг с другом, как-то разъехались. А как вам вырваться-то удалось? Удалось? Вылезли в окно. Когда я обнаружил, что нету паспорта, тогда у меня вообще сердце ёкнуло. И начал я это самое принимать решение. Решение, ну, так как самолет без паспорта явно не попал. Ой, господи. пришлось звонить и конкретно ставить на место, что в квартиру она тоже может не попасть. Если я закрою ее, то она не попадет. Это сколько вы прожили с ней? Мы 17 лет прожили. Ну, 2 года у нас мы совместно жили, и потом... Притирались туда-сюда. Ну, а дети-то есть? Нет, вот, кстати, с детьми у нас... Уже легче. А квартира чья? Кто получал, кто вообще покупал? Квартира ее квартира. Но она, видите, еще благородно не выставляет вас на вокзал с чемоданами. Почти так. Когда она узнала, что я на передачу еду... Возмутилась, сказала, возмутилась, что... Возмутилась. Ты еще живешь здесь? Да, понятно. А вот не прописано там, что ли? Да, конечно. Развелся, бери сумку и иди куда-нибудь. Скажите, а кто кому первый объявил, все, жить с тобой больше не хочу? Нет, это у нас получилось просто сгоряча, когда я сказал, что я перехожу полностью в интернет и начинаю я раскручивать именно продукцию по здоровью. Ну, это неприятно видеть мужчину круглосуточно. Мужчина утром должен вставать, надевать свежую сорочку, галстук и уходить на работу обязательно. Даже с моим адовым терпением, да, и я могу смотреть по верхам, но если бы мой муж сидел у компьютера и никуда бы не выходил, ну, я бы что-то, наверное, ему подлила бы в супчик. Но это невозможно, потому что это невозможно. Ну, да. Потому что вы нашли для себя очень удобную, среду обитания. Вам было хорошо, а жене было в это время плохо.
А может, у него интерес к этому такой? Понятно, что интерес. Извини меня, а кушать-то хочется помимо интереса. Вы такой вялый, Александр, вам 53 года, а вы что-то... А он медленно думает, у него такое свойство есть, да? Да, да, да. У меня шведский, эстонский корень. И финский, еще можно сказать так. Прекрасно, идеально подходите Ирине, потому что ей секс нужен в 3 года. Говорят, что у людей вашей крови происходит это именно вот с такой периодичностью. Да, ну, в 20 лет, а в 53 уже вообще не знаю, что это такое, что это за слово такое секс. Поэтому вот уже прекрасная точка соприкосновения. Ну, правда, он такой варёный, такой раз. Давайте так, Ирина сидит перед вами, взрослая женщина. Возможен ли союз между вами, Ирина? Надо посмотреть. Нет, да. Вот вы смотрите 15 минут вот уже. Рентген, давайте. Ну, первое, нет жилищных условий. А, мне бы хотелось собственный дом, на собственном и на своей территории мне бы хотелось иметь красивый сад, качель, летнюю кухню. Вы серьезно сейчас, извините, вы правда вот хотите под полтинник, да? Да. Что есть мужчина, который это все вам предложит? Нету его, но я вот, хочу. Вот, понимаете, для того, чтобы у меня появились качели в коридоре, и я пью кофе, сидя на них, понимаете, всем раздражаю, всем мешаю. У меня нет дачи. Я вкалываю 17 лет. Я не дачу хочу. А потом я с мужем все это строила, дом тем более, строила в 4 руки, не покладая, так сказать, да, круглосуточно. А вы считаете, что правда какой-то появится Дед Мороз, и вам в полтинник все это преподнесет? Скажет, не, милая моя, для того, чтобы у нас все это было, мы должны как минимум лет 30 с тобой пропахать и вместе купить. А сейчас нет готовых таких мужчин. Они что, дураки, что ли? Да. А если у него есть, конечно, если у него есть домик с качелями, то у него есть уже 7 детей, которые вас отравят, если вы придете к нему туда, на его территорию. Еще жальче. Но, может быть, есть какой-нибудь инвалид, и то у него, наверное, есть дети или там кто-то. Не разбежались они так, все это всем описывать. Я хочу жить именно в собственном доме и зимой иметь собственный зимний сад, в котором бы я ковырялась с цветами. Хорошо, и допускаю, есть состоятельные мужчины, ну, у которых такой извращенный вкус, и им нравятся женщины нашего возраста. Вы представляете? Почему, если ему 60, почему бы ему не нравилось я, моего Они возраста? Тоже, они же почти животные. Они же тоже хотят секс круглосуточного. Им нужно доказывать, что ему 60, но он пахнет фиалками, и вы его бесконечно желаете, что у вас просто чресла уже, ну, трескаются от любви и желаний. Борис, я думаю, что есть мужчины. Да ну нет, но если мужчина в 60 лет, то придет к нему злая дочка и скажет, слышь, папаша, если ты вот сейчас не перестанешь этим идиотством заниматься, что ты приведешь какую-то к нам бабушку, я тебе в психиатрическую больницу сдам. Потому что у меня внуки привыкли к этому дому, и правнуки у тебя, в 60 лет он вздумал. Я буду надеяться, что я найду такого мужчину, Лариса. Ну неужели только задачу за цветочки? С ним же еще спать нужно. Его противные синие старческие подагрические пальцы целовать. И синие губы от того, что у него давление зашкаливает. Ну, милая моя, ну о чем вы? Я тоже буду синяя и буду целовать ему его синие пальцы. Ну тогда будем такого искать. А вам мы предлагаем 3 бонуса. Свидание наедине. Оно вам надо? Скелет. Семейную традицию или скелет в шкафу? Какой скелет в шкафу? Ой, половой гигант. Скелет. Ну хорошо. Ну бывает. Не, ну хорошо. Бывает иногда. Ла-ла-ла-ла. Это кто такая? Бывшая, скелетина. Бывшая супруга. Это ваша жена? А что за скрип мы слышали? Это она. Ну, мы живем вместе. На метле прилетела. Спим на одном диване. И между вами вот это. Ну, бывает иногда. Ну, что делать? По-стариковски тогда? Ну, да. Хорошо. Понятно. И как часто у вас случается близ? Уж простите за такой вопрос. Да. Перевернется неудачно иногда. Диван узкий. Ой, говорит, извини, случайно попал. Случайно, да. Ой, это... Сань, показывайте сюрприз. От греха подальше.
Vizemas vakars tikīs, un spožu zvaigžņu apspīdēts, kad pirmo reizi ieraudzīju tevi. Un spožu zvaigžņu apspīdēta, tava sejņa piemīlīgā un acis, kuras nespēju es aizmirst. Tavs maigais skatiens man iesagās sirdī un negribu to izdzēst vairs. Kaut būtu vēl, kaut neliels brīdis, kad varētu ar tevi pabūt kopā. Очень зажигательно, меня так колбасит. Послушайте, потрясающе, ну потрясающе. В свою комнату проходите. Сергей. Ну что с таким? Скажем так, по сексуальному темпераменту он ей подходит. Но по жизни она его просто задавит. Да, ей надо человека посильнее, внутренний стержень, чтобы был. Ну, во всяком случае, я никогда себя особо не хвалил. Что могу сказать? Александр хороший, пускай ковыркается дальше, пока жена допускает, собственно говоря. Это разок-другой, да? Да, тут здесь просто никогда и нигде. Хочется свою жизнь 50 лет уже обустроить. Это, конечно, очень сложно. Я бы сказала, что вы олицетворение его прошлого. Вот заходящий кармический узел близко к вашему Солнцу и Сатурну. Здесь может быть только одиночество вдвоем. Больше того, единственное, что никакой совместимости практической, вообще физической. Поэтому, естественно, искра ни у кого не пробежала. Но его Юпитера на вашей Венере просто будет уважать как женщину. Вы прелестны, моложавы, выглядите фантастически, поэтому я не буду больше мусолить эту тему, что вам нужно один раз в три года. Это, конечно, неправда, вы хотите для себя женского полноценного счастья, поэтому, поэтому будем знакомиться со вторым женихом, проходить. Здравствуйте, Ирина. Меня зовут Андрей. Вы прелестны. Спасибо, Ирина. Андрей, 48 лет. Инструктор по вождению в Ярославле. Гордится тем, что отлично справляется со своей работой. Мечтает повторить путешествие в Индию. Признается, что не может проснуться без чашки кофе. Предупреждает, что возлюбленная не должна появляться на кухне, пока он готовит. Андрей простил жене измену и принял ее ребенка от другого мужчины. Но вернуть былую любовь уже не сумел. Надеется, что Ирина готова к новым отношениям. Здрасте. Мне уже нравитесь. Я хотел спросить, Сергей. Да? Я слышал, вы на поезде приехали. Да, на поезде. Заберу на машине. Ради Бога. Занервничал. Задумался. Увидел реального конкурента. А у вас есть мужчина, и это так читается. И даже этот кошмар, который вы простили своей бывшей жене, измену. Да. Давайте по порядку тогда. Вот как-то приехала с командировки, добрая соседка у меня там жила на 4-м этаже, она такая: Андрюха, ты не в курсе, я у своей спрашиваю, я говорю. Жива соседка-то? Сейчас не знаю, я в другой квартире сейчас переехал. Соседка? В другой доме. Думать надо. Да. Соседки, видимо, жаба задушила. Вот, как-то видела, говорит, твою вот там, там. В общем, такие расклады. Я не верил, не верил. Нет, я говорю, вранье. Я его не спрашивал, она говорит, да что ты, Андрюха, веришь? А спрашивали с ножом в горло или так? Нет, я вообще миролюбивый человек. Я... И не она обижу никого. Созналась? А нет, она сказала, что чушь всякая. А когда уже призналась? А призналась спустя 9 лет мы прожили совместной жизни. Она как-то пришла, у нас были размолвки, она сказала, что Андрюха, я другого полюбила. Ну, я как-то, я запил. Предлагал там, говорю, давай похудею, там еще что-нибудь сделаю. Ну, как-то хотел вот, ну, держать человека.
Да, и как-то вот так получилось, что уехала очередная командировка перед Новым годом. Помню, купил дочке велосипед, привез. И захожу, она уже съехала к маме уже. Дохожу, а мне теща такая тоже говорит, что, Андрюха, их нет. Они вот уехали познакомиться с новыми родственниками. А потом она еще и вдобавок понесла, и у нее уже живот стал заметен. Ну, это мне уже дочка сказала по секрету, когда я приехал ее навещать уже. Я уехал после развода в Москву жить, а жил здесь. Приезжала, она мне по секрету, мама беременная. Вот, и а потом родила она потом ребенка. Родила ребеночка, да, и как-то через некоторое время позвонила мне и сказала, что так и так, они с тем мужчиной разъехались. Так то и есть не разбежались, да? Да, так и не поженившись. А ребенок родился. А ребенок родился, и вроде сестра с дочкой, ну, как бы, чтобы было одно фамилия, одно отчество. Попросила, да, говорит, да. Свою фамилию моему да, ребенку? Да, 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 я сказала, ну, конечно, как же, брат с сестрой. Вот, я их навещал, и он меня потихонечку так видел, что я же приезжаю к дочке, а он растет потихонечку. Видит, папа, папа, она меня папа называет. Ну и он потихонечку так, папа, папа. А потом мы решили попробовать вместе жить. Они приехали ко мне в Москву. Дочку устроили в школу. Сашка дома был. Она предложила вам с новым местом? Нет, предложение было мое. Можно я вас обниму? Что? Можно я вас обниму? Это обалденно. То, что вы рассказываете, у меня просто волосы дыбом. Живой, слушай. Просто живой дурак. Посмотрите, пожалуйста, вот всем. Вот такой благородный русский. Ни в одной стране мира такого больше не встретишь. Ну, просто... Ой, господи, боже мой, вот она приезжает, потому что вы ее позвали, да? Да, и мы как-то вроде все наладилось, все вроде как хорошо, как бы как в молодости. Да нет, камень всегда на сердце остается. И вы ее ни сном, ни духом не упрекаете? Нет. Ребенка потом... пацана воспитываете? Да, 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 он пап не называл, да, все, ездили, у меня сестра здесь, у нее дача здесь, ездили все на дачу отдыхать. А ваши родители как отнеслись к этому? Ну, папа у меня умер. А мама отнеслась как отнеслась, как вот, ну, как к сыну к своему. Не сказала, Андрюха, она принимает... дурак, сыночка. Не помню, такого нет. Ой, ну так и что же второй раз не срослось? И как-то все равно вспомнились там какие-то разногласия, что-то еще, там денег как бы тоже то не есть особо. Вот эта тетя, прижив ребенка на стороне, вместо того, чтобы прийти к вам, когда уже вы ей позволили, поджав хвост, и замаливать все свои грехи. Вы знаете, сделать я... Сделать все для того, чтобы вы зажили наконец-то хорошо, ну, чувств, когда человек виноват, она еще и какие-то претензии вам предъявляла. Ну, примеры. Претензии были, может быть, взаимные. Я бы не сказал так, чтобы какие-то они были очень серьезные. На самом деле, я вот уважаю до сих пор свою супругу, вообще как мать, потому что ребенок второй, он инвалид лежачий, вот, не слышит, не видит, прикованный к постели, она от него не отходит. А она как должна была по-другому себя вести? Это нормально, вы уважаете за норму? Это нормально, когда женщина ухаживает за своим ребенком. Вам, наверное, просто неведомы вот эти вот человеческие нормы. Давайте говорить нет. Сейчас будем о вас. То, что она делает, это естественно для женщины. Уважать. Ну, да, вот такое испытание, не приведи бог. Мы как бы до сих пор в очень хороших отношениях. Они ко мне приходят все на день рождения, когда Сашка еще бегал, ходил. Я его даже почти ездить на машине научил. Второй раз кто предложил передаче. Расстаться? У нас было обоюдное. Обоюдное было. Мы поняли, решили, что не да, да, пришли. Ну решению, хорошо, что... какая судьба, не дай бог. Что, вот тебе помогу, принцип бумеранга, да? Ну, он сильный человек, а сильным людям всегда такое сильное испытание дается, да. Нет, ну жена. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов в любое время по телефону 0736. А пока реклама. Вот сидит перед вами Ирина. Прекрасно выглядит. Шикарная женщина. Квартира есть, Андрюш? Есть. Куда? А что у тебя, дом или квартира? Нет, квартира, 14 этаж. Видно весь славный город Ярославль.
А если начнет вынимать душу, хочу домик с качельками, с садиком, огородиком? Вот насчет огородика как-то я сомневаюсь, но дом вот я сам по себе хочу всегда, ну, ближайшие лет 5. Я хочу, чтобы мы не просто были любовниками, а наши отношения были законы. Я хочу со своим будущим мужчином узаконить отношения. Я хочу быть его женой, а не просто любовницей, понимаете? Я понял. А вот, не зря вы сюда приехали. А это никак не мешает, просто это не улучшит ваши... Договоритесь. Я думаю, что с Андреем можно будет договориться. А если что, Андрюшка, на сайте двое.тв мы тебе вот таких вот найдем девчонок и помоложе. Ирина, у вас осталось 2 бонуса. Свидание наедине и семейная традиция. Семейная традиция. Есть? Семейная традиция у меня нет. У меня семейной традиции нет. Вот видео у меня там было. У меня есть традиция на работе моя. Вот столько, я не знаю, там... Внимание можно на экран. Посмотреть? Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я работаю инструктором по вождению в славном городе Ярославле. Вот моя рабочая машинка. И мы сейчас начнем практическое вождение. Еще у меня есть такая традиция перед началом занятия посидеть на капоте. Делаю это вот приблизительно так. Наверное, своя собственная примета. А сюрприз приготовили? Да. А покажете? Конечно. Пожалуйста. Я стихотворение написал, находясь в отпуске в Индии. На берегу Индийского океана, сидя, попивая ром. Да мать ее пророчества, плевать на одиночество. Индийский ром, стаканов звон, и океанская волна нам абсолютно не страшна. Души порыв, улыбка глаз, да черт возьми, ведь все для нас. Пусть кто-то нас и не поймет, нам пофиг, мы идем вперед. При отступлении назад мы сокращаем жизнь в 100 крат. Спасибо, хороший мужик. Прямо. Сергей. Очень положительный мужчина, мне понравился. Я думаю, они найдут с ним общий язык. Да. Да, тем более, что у нас сын тоже инструктор по вождению. А рыба? Наверное, они. А вы астролог? Я просто знаю, кто мне нужен. А кто вам нужен по гороскопу? Воздушные тоже знаки. Испугалась, девчонка, испугалась. Свет, понравился? Да. Хороший, Андрюш, хороший. Я бы ему сейчас сама приплатила бы еще. А физически какой тугонький, да, такой, да, я его обняла. Да. Вот любит она мужчин рыб вот таких вот сильных. Уже вторую программу вижу, правда, где она, да, прямо сразу мужчину рыбу говорит, вы мне уже нравитесь. Правда, вот, я, да, не замечаю. Точно. Видимо, она рыб любит. Но у нас еще есть один жених. Проходите и знакомьтесь. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Очень рад вас видеть. Очень приятно. Замечательно выглядите. Спасибо. Хочу вам преподнести небольшой подарок. Это чай? Дары. Дары природы, травы, которые я собрал сам и собираю. Пожалуйста. Спасибо. Пойдем. Игорь, 54 года. Массажист-терапевт. Гордится тем, что принадлежит казачьему роду. Мечтает открыть оздоровительный комплекс. Летом бегает по утрам, а зимой купается в проруби. Предупреждает, что никогда не откажется от своей профессии. Спустя 15 лет брака Игорь в поиске лучшей жизни решил переехать из Красноярска в Москву, но супруга не поддержала его стремлений. Надеется, что Ирина будет его сопровождать везде. А вы любите баню, Ирина? Я хожу каждую пятницу в русскую баню с веником. Mm-hmm.
А вы хороший банщик? Надеюсь, что да. А что, вам в Красноярске плохо жилось? Хорошо жилось. А почему нужно было все бросить и на старости лет переехать в Москву? Ну, я не на старости лет переехал. А сколько вам было лет? Мне было 38 лет. Молодой. В 38 лет уже возвращается на родину, понимаете? Обратно. А вы только решили, ну, как бы, из насиженного места от жены, дети у вас. Но я уезжал не от жены и не от семьи уезжал, а уезжал на заработки, здесь зарабатывать. Послушайте, в Москве дорога, транспорт, еда, уже об этом говорили миллион раз. Столько, сколько заработаете, столько и потратите. Почему жена с вами не поехала? Ну, там дочь была с мамой. Угу. Дочери надо было продолжать учебу. Вы помогали ей? Помогал в меру сил, да. Помогал в меру сил. Ну, в меру сил своей. Каких? То есть вы помогали ей гораздо меньшей суммой, чем когда жили рядом. Правильно? Потому что не нужно было, опять же, тратиться на квартиру на съемную, ну и так далее. Может быть. Ну, что может быть? Поэтому дайте вещи называть своими именами. Вам захотелось осуществить какую-то свою мечту, будучи уже взрослым человеком. Надоела эта ответственность, надоело тащить. Подумай, что в Москве, а что клево. На самом деле, я действительно говорю так, как оно есть. Да. Я приехал сюда зарабатывать деньги для семьи. А вас жена не звала обратно, не говорила? Игорек, одумайся. Ну, мы с дочерью, я уже себе все жилы порвала здесь. Приезжай, места хватит всем. Ну, ведь работал как? Ну, ведь как-то живут люди не только в Москве, но и у нас здесь живут, в Красноярске. Давай будем вместе как-то пытаться что-то, пока не старые. Говорил, наверное. Были, а вам уже Москва были, глаза да. застила. Скажите, пожалуйста, а через сколько времени поняли, что в Москве лучше быть не женатым? И любовь прошла уже, и предложили жене расстаться? Через 4 года. Для жены это, наверное, не было новостью такой, которая бы ее ошарашила. Ну, я думаю, что все шло к тому. Ей тоже было это неприятно. Все. А как часто вы за то время, что жили в Москве, летали к дочери и к жене? Один раз, по-моему, только. За все это время? Да. Ну, то есть вы от жены просто уезжали. Сейчас да, что наверное, у вас так. есть здесь, в Москве? Квартира. Своя собственная? Да. То есть вы сколько уже, получается, лет в Москве? 17? Да, так. 17 лет. С дочерью поддерживаете отношения? А поддерживаю. Вот приезжала с внуком недавно ко мне. Командировки все-таки иногда очень сильно мешают совместной жизни. Конечно, Игорь, это абсолютно духовное такое создание. Если вы ищете больше все-таки материального, то тут, конечно, духовное развитие. Какое духовное развитие оставить жену и ребенка? Личностное развитие. Личностное развитие к духовному не имеет никакого отношения. Духовный человек отвечает за близких. Согласна. Понимаете? Ну, потому что это дедушка. То, что произошло, есть грех. Оставить жену и ребенка, уехать, собственное личностное развитие. О чем вы говорите? Ну, мне было говорено, что люди просто пошли в разные стороны, понимаете, как-то... Перед вами вот такая прелестная женщина Ирина. Нарушена. Что можете ей предложить? У вас в Москве однокомнатная квартира. Переедете? Я по-любому должна переехать куда-то, правильно? Да. Квартира, наверное, уже завещана дочери, да? Нет. Почему? Ну, пока это моя собственность. А не хотите грехи замолить, то, что не додали ей в свое время? Ну, хотя бы таким образом. Ну, завещать квартиру дочери и внуку. Я думаю, что я решу этот вопрос. Хорошо, у вас остался один бонус – свидание наедине. Пожалуйста, проходите, если есть такое желание. Поэтому... Вы живете в Москве, насколько я поняла, да? Да, в Москве. Я живу в Ярославле. Ну, вы слышали мою историю, да? Да, слышала. Не очень красиво все. Ну, такова жизнь. Я вашу тоже услышала. А вы сейчас поддерживаете отношения со своей женой? Ну, с дочкой я поняла, поддерживаете. Мы общаемся, да, мы общаемся. У нас нормальные отношения, то есть и созваниваемся, и переписываемся, ну, в скайпе. Вот, и с дочерью общаюсь. Ясно, это хорошо.
Для меня есть такой человек, Игорь, который в свое время пошел по пути наименьшего сопротивления, по легкой тропинке. Человек, который наобещал с три короба жене и маленькой дочери, уехал за легкой жизнью. Проживать собственную жизнь по сороковнику. Скорее всего, да. Так ему вот хотели, это так личностное развитие превалирует над, видимо... Вот и все. Человек, тем, который не считается с близкими, да. Да, потому что ему так удобно, ему так хорошо. Ладненько, ну все тогда. Хорошо. Все понятно. Проходите. Вот ему и нужно искать среди своих. И у вас еще остался сюрприз. Мы попробуем доставить вам удовольствие, Ирина. Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена, и между нами снова выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора неясная, солнце взойдет. Ну, медляк не очень. Солнце взойдет. Валерия! Браво, браво, браво! Спасибо вам большое. Ваше время истекло. И вы можете уже пройти в свою комнату. Спасибо. Нам осталось только нет вас обсудить, посплетничать. Все, вы тоже вместе с друзьями приходите. Сергей. Мужчина, нам нужен? Скажем так, очень решительный, но самолюбивый. Может быть, даже излишне. Я не знаю. Я вот, когда они пошли, я заметил, он ее резко за руку взял. Такая решительность у нее какая-то. А вы не узнаете свой знак в нем? Да, мы стрельцы. Да. Да. Я не знаю, мне кажется, он для нее не подойдет. Он нудноват. Не, ну если он будет выходить так, утром в трусах будет. И простирая к нему руки, Ириночка будет петь «Солнце взошло», то... Поддакивать ему, говорить «гений, гений, гений». Москвич, 17 лет, да, Игорь, ты? Своя квартира. Этого тоже надо добиться. В Москве это не так просто. Руса, я рекомендую. Как, знаешь, вот уже мозг надо включать, как говорится. Это хороший перевалочный пункт. Да? Поживет у него, как-никак, как говорится, нанесешь квартиру снимать. Какая-то циничная, Роса. Почему циничная? Я домовитая, может, а не циничная. Может быть, с Игорем-то и стоит будут копить денежки-то на даче? Ой, ну хорошо. Томочка, есть перспективы у Ирины? Отношения могут сложиться не сразу. Долго присматриваться будет человек, понимаете, Сатурн с Венерой в Козероге. Вот, поэтому здесь, конечно, вот, так сказать, основательность требуется в отношениях. Но непростые отношения могут сложиться. Скорее всего, вот, я думаю, что где-то в параллели вы чувствуете себя с ним, правда? Дорогая моя, давайте уже решать, кому пойдете. Андрей Ярославль. Андрей Ярославль. А вы, Сергей? За него же. Ну, Андрюха мужик, конечно. И что, мужик? Послушай, приехал на своей машине, погрузил чемоданы, забрал ее тугонький, весь такой здоровенький. А потом что? И к себе. А потом это уже после 18, это да уже за закрытыми дверями. Да хоть проснется женщина, себя почувствует. Конечно. Осчастливит. Правда. Смотри, как муж погрустнел. Проходите, в любом случае мы вас поддержим. После того, как ко мне стали мужчины мамины, после, когда мама засыпала в спальню, приходить так вот, кто-то сказку рассказывает, я вот поняла, что просто это опасно находиться дома. А во сколько лет вы поняли, что это опасно? Мне было 5-6 уже.
Я приглашаю всех. Выходите, давайте поддержим Ирину. Я рад, что вы выбрали меня. А я рада, что вы приехали на эту программу. Пойдемте. У нас есть пара Ирина Андрей. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Рада за вас. Ириночка, вы не расслабляйтесь, что на этом женихи закончились. У нас еще есть один, Марат из Перми, который приехал специально к вам. И у него сегодня у нас такая внеплановая история. Я даю вам, Марат, ровно одну минуту представиться и заявить о себе. Быстро приходите к нам. Очень уважаю передачу «Давай поженимся». У меня есть две квартиры в городе Перми. Слушай, а может, я что нашу скажу? Две квартиры. А вы зря отказываетесь.